Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что спешит ворваться в вашу жизнь. А в вашу жизнь спешит ворваться какой-то спор или то, что вы кому-то что-то будете доказывать. Вот такая ситуация. Скорее всего, это спор будет с мужчиной. Мужчина светленький, ровесник или чуть-чуть младше вас, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Возможно, он вам что-то будет доказывать, а вы будете отстаивать какие-то свои интересы. Но на самом деле данный мужчина вам очень приятен. Вы хотите, чтобы он примчался. Еще один мужчина спешит к вам. Это мужчина, у которого черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой. Так. И это может быть, вот этот мужчина может быть начальник, ваш муж или мужчина, с которым вы в паре. Может быть, конечно, родственник, отец, например, может быть, но это мужчина точно постарше вас. Вот, если начальник, то здесь, скорее всего, я вижу предложение должности или повышение в должности, потому что очень удачно он вам идет, то есть он идет с каким-то деловым предложением. Хотя это может быть мужчина, с которым вы в паре или в браке. Тогда вполне возможно какая-то очень приятная совместная поездка, но не прям в ближайшие дни, а где-то в пределах 2 месяцев. Так. Смотрите, для кого-то еще проиграется, что дети или внуки спешат вернуться или приехать. Так. Ну и в целом, успех к вам спешит. Успех, победа, триумф. Не только, причем в работе, в карьере, в бизнесе, но и в личной жизни в том числе. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Там я провожу прямые трансляции. Ссылочка на телеграм-канал есть только в описании к этому видео. И получите ответы на свои вопросы мгновенно с моей большой книгой Таро. Просто получаете книгу, задаете свои вопросы, открываете, сразу же получаете ответ на любой ваш вопрос. Закажите книгу по ссылочке внизу в описании и в моем первом комментарии. С вами была Алена Ариес. До новых встреч. Пока-пока.